Меня зовут Юсуф Алексей. Я представитель компании «Родные земли». Сегодня просто никто не смог приехать, провести собрание. Буду проводить его я. Вот. Я руководитель проектов этой компании. Работаю здесь не 6 лет уже. Вот. Руковожу другими поселками. Вот. По вашему поселку я, в принципе, информацию выяснил, как, что и чего. Вот. Вы, если можете, запишите сразу электронную почту, куда что писать по этим вопросам. Ну, либо на охране потом оставлю, перепишите. Да. Ну, суть вопроса такова, что наступило время, да, для передачи поселка вам, скажем так, в обслуживание полностью, чтобы вы всем управляли, потому что земли общепользные мы завели в ДНП, они сейчас, ну, вернее, ДНП уже существует с 17 года, с 28 июля зарегистрировано. Устав есть, выписка и все, что необходимо, постановка на учет государственной налоговой органе. Вот. У нас осталось продажи примерно там 22-23 участка, не проданных. Вот, когда у нас остается минимальное количество участков, примерно процентов 20, то мы заканчиваем обслуживание этого поселка и передаем полностью обслуживание на ваше управление. Соответственно, для этого нам надо с вами выбрать инициативную группу, выбрать вашего будущего председателя, чтобы мы сменили правление. Вот, ну, как бы мы вас сейчас не бросаем никуда, да, мы будем вести обслуживание поселка где-то, наверное, ну, до начала апреля, скажем так, пока мы с вами все урегулируем. Вот, мы отдадим гарантийные письма на установку освещения, как мне сказать, что мы должны установить освещение на поселке. Гарантийное письмо. Да, я еще не говорю. Гарантийное письмо на установку детской площадки, вот введенном на этом месте. Ну и спортивной, разумеется. Ну, детская спортивная, да, считается у нас, да. Безусловно. Ну, я так понимаю, у вас есть Дмитрий, я просто не знаком лично. Это я. Это вы, да, очень приятно. Вот с ним как бы обсуждать, я понимаю, что он спросил, где какая площадка, где что закупать там. Ну, я так поверхностно знаю, что где. Вот, поэтому вам такая как бы просьба, да, определиться с инициативной группой, кто у вас в нее войдет, вот, кто у вас, в принципе, может стать председателем в вашем поселке. Вот, и с 1 апреля, так как мы прекращаем обслуживание поселка, да, вы должны сами собраться там, и решить, да, там, сколько вы будете платить ежемесячные взносы. Ну, вернее, сначала вы должны вступить в члены ДНП. Вот, выполнить свои обязательства перед нами и перед собой. Вот. И потом, после этого, мы вам передадим уже полностью всю документацию по этому поселку. Вот. Соответственно, составим дефектную ведомость, где мы пропишем, что мы вам должны доделать. Ну, как бы свои обязательства, да, которые мы должны доделать перед вами. А это, по сути, свет и площадка, правильно? Свет, площадка. Ну, если там вдруг дороги где-то провалились, мы, соответственно, там подделаем. Что? А гарантийное письмо от кого? Гарантийное письмо. От кого? От родных. Родные земли МЦК. Кто продал? Слушайте, а нам зачем? Какой интерес? Торопиться? Сделайте. В смысле торопиться? Ну, зачем торопиться? Сделайте, передайте. Поделайте. Нет, сейчас мы не будем ничего поставить. Мы дадим гарантийные письма на это. А зачем? Делайте. Не надо никаких гарантийных писем. Ну, потому что, смотрите, у нас как бы в договорах обязательства, да, стоят до 17 года, что мы должны обслуживать поселок. В договоре написано до последнего годного участка. Нет, до 17 года. Да, в договоре прописано до последнего участка. Не знаю, но я так знаю, что... А у вас 20% участков не продано. Пока никто не будет платить. Хорошо, действительно, почему вы... Подождите, вы же продаете эти участки. То есть вы же фактически... За то время, пока мы вам передадим поселок, да, это тоже не быстрое время, мы эти участки все допродадим. Ну, то есть, подождите, до момента продажи вы являетесь таким же участником, как и мы, правильно? То есть вы будете их обслуживать и также будете нести ответственность, правильно? А хотелось бы тогда узнать, а баланс на сегодняшний где? По документам? Ну, конечно. Но это вам предоставят. Ну, вот как член, как вступитель. Если, доступ, мы можем посмотреть баланс. Можно, в офисе будет. Я говорю, нужно избрать инициативную группу, которая... Баланс мы увидим, правильно? Ну, вам предоставят, да. Я говорю, вы должны составить группу какую-то там, не знаю, там 5-8 человек. Который будет представителем от вашего поселка. Да, решать все вопросы. Да, 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 от всех. Потому что, ну, тут мы сейчас точно все это дело не решим. Нет, сейчас... Алексей, электронную почту покороче назовешь. Что? Электронную почту покороче назовешь. АМ. АМ@родзем.ру. АМ, да. АМ. Алексей Михаил, @родзем.ру. Вот у меня купленный участок, но денег пока нет устроить дом. И вот будет, если ежемесячные... Это не важно, строите вы дом, не строите, вы
как бы в рамках ДНП находится, да, границы. Вот, соответственно, каждый должен платить членский взнос, который вы сами установите. Не мы вам будем устанавливать, мы вам ничего не навязываем. Который вы совместно на... А в эти членские взносы что будет входить? Это вы сами, вы можете рассчитать, исходя из квадратного метра, исходя из каждого участка взнос. Это вы сами на общем собрании решите все. Вы примерно сейчас предполагаете, ну, содержание поселка в год сколько обходится, чтобы, ну, люди уже знали, мы почитали, вот у нас есть управляющая компания, мы создали, вот, мы хотим, ну, это мы вам ее предложим потом, да, скажем так. Сначала надо урегулировать все вопросы, а потом предложим свои услуги. Мы рассчитали, что примерно вы должны сдавать по 1168 рублей в месяц с каждого участка. Это вести полностью все, да, как бы. И административное управление, и хозяйственное, ну, в общем, все. Вот, там ремонт, бухгалтерия, дороги и так далее, освещение общее. Менеджер, когда я покупал участок, говорил, что была такая информация, что где-то участка порядка, ну, миллион стоит в год обслуживания вообще, где-то порядка 7000 там, что ли, рублей. Я говорю, не мы вам назначаем платежи, вы сами общим собранием решите, сколько вам необходимо. Вы сейчас ежемесячно. Если кто-то, допустим, как индивидуально не захочет не вступать, ничего не делать, то он должен подписать договор общепользования общим имуществом. Вот, он может как бы не быть членом, ну, вернее, он должен подписать вступление члена ДНП, подписать документы необходимые, и потом может заявление написать о выходе члена ДНП. Но он будет платить такой же взнос, но не больше, чем членский взнос, там, ежемесячно, ежегодную сумму. Это будет точно такой же. Вот. Но на данный момент как бы, мы вам сообщаем, что как бы, с 1 апреля обслуживание поселка прекратится, и это ляжет на ваши плечи. Поэтому мы приехали, вам об этом сообщили. То есть вы сейчас договорились о том, что... Даже если мы не, да, понимаем, просто... не подписываем, они превращаются уже... На данный момент нужно, чтобы сейчас, да, там, ну, в ближайший там, месяц, чтобы вы начали приезжать в офис и подписывать документы о вступлении в члены ДНП заявление. Какой офис? В офис ехать? Здесь нельзя там писать? Ой. Ну, желательно в офис, но если мы соберем пакет документов, ну, я кому-нибудь отправлюсь, а приедут сюда, здесь подпишут. Ну, можно решить вопрос, кто сможет в Москве, кто сможет здесь. А если я вроде пока не закончу, ну, вам гарантийные письма надо. Зачем вам гарантийные письма? Как не имеют силы? Сделайте без гарантийных писем. Не имеют силы. Алексей, а вот взносы компании, которые мы платили, да, там по 350 тысяч за благоустройство, они будут на балансе у ДНП или у вас остаются, ваши? Они как бы все израсходованы на стрессы, заборы, дороги. Алексей, вот это вам предоставить. А чем вы обидите? Вопрос, понимаешь? Нет, детскую площадку мы построим, как я говорил. Ну так постройте, Алексей, вопрос закрыли. Ну в чем проблема-то? Мы должны создать инициативную группу. Дальше вы приезжаете в офис. Мы вам показываем все документы на ДНП. Все расходы, все полностью. Вы смотрите, проверяете. Алексей, у нас с вами по договору было строительство детской площадки. Я говорю, она будет построена. Еще раз говорю, у меня по договору это записано. Я могу с вами отсудиться. Давайте тогда мы в правовую плоскость войдем. Вы сначала сделайте, я приму и закроем этот вопрос. Так сделайте! Так сделайте, Алексей! Ну вот вам же все говорят, вы сделайте площадку, вопрос закроем. 1 апреля да. Мы прекратим. Не будет ни мусор не вывозиться, ни охрана оплачивается. Про что он говорит? Да. Алексей, а такой вопрос. Почему 1 апреля? А почему не другая какая-либо дата? Закончился, мы доведем длинный период, а закончим. Но мы можем любую дату выбрать, потому что 1 апреля это еще и весна, и зима. Да. Сейчас все почему это не сделать там 1 июня? Когда уже снег сошел, я думаю, 1 июня все. Вопрос. Подождите минуту. Апрель-май, вот так. А слушайте, а если просто сдвинуть график, смотрите, сделаем следующим образом. Как предложение. 1 апреля, ну, по сути, вы же сделали... Я говорю, апрель-май, грубо говоря. Дайте сказать немому. Ну вот. А, смотрите, к 1 апреля, да, только начнет, ну, может быть, растает снег, может быть, не растает. Да, безусловно, у вас перед нами, перед всеми нами, да, есть обязательства. Да? Среди прочего, это освещение, подсыпать дороги и сделать детскую площадку. После этого передать. То есть я думаю, что это всех устраивает, да? Почему бы? Но до момента этого мы должны начать с вами движение в сторону передачи документов. Почему до этого? Дайте говорить. Так вот, почему бы, скажем так, я думаю, что большинство здесь согласится, вот срок вот этот 1 апреля не сдвинуть. Для вас, для большой компании, да, так сказать, клиенты ориентированы, разумеется, да, это не критично. Почему бы его не сдвинуть, скажем так, на середину лета, до этого доделать освещение спокойно,
а не вот здесь вот на морозе, да, вот так вот, так сказать, вырубится все это, да, вот, потому что у меня такое сложное ощущение, что сумасшедший дом, то есть мы собрались, тут все мерзнем, да, то есть как специально. Сумасшедший дом, просто вот. Почему бы вам не доделать в начале лета площадку, закончить сверх и спокойно приехать? Мы за это время в нормальных условиях, не вот здесь вот, да, вот будем... Выбирайте инициативную группу. Нет, я не говорю, что прямо сейчас. Да, да. Давайте мы это сдвинем, переговорите с руководством и через смс-рассылку, так сказать, оповестите нас, что, скажем, 1 июля, разумный срок. Смотрите, на 1 июля мы не будем обсуждать поселок, это точно могу сказать. Ну, до конца мая, крайний срок. Хорошо, а июль? Нет, смотрите, одно дело, подождите, нет, мы сделаем, мы выполним свои условия, но обсуждаем поселок совсем другие вещи. Вопрос касаемо 30 мая не откроют шлагбаум, все. Вот у кого нету ни телефона, ничего, будут программировать. Ну а зачем такие сроки делать? Это в общем вот потому что закончился мой срок, а нужно поселок. Нет, Алексей, в любом случае, до 1 апреля это нереально. Да? То есть это осталось меньше полутора месяцев. Я говорю, когда все растает. А вот к 1 июня это вполне реальные сроки. Но до этого все равно нужно начать процесс движения, да, чтобы... Но это само собой. Выбрать группу, выбрать вашего председателя, кто у вас будет. Вот. Ну, как бы друг другу навстречу идти, да? Мы как бы обслужим поселок там до 1 июня, делаем освещение. Площадку я не знаю, если будет своя погода, то сделаем... Деньгами вас... Освещение в ближайшее время реально сделать, а на площадку детскую. Я кто вам вообще обещал, я не могу с других людей говорить, правильно? Когда я приеду в офис, я переговорю с руководством, что руководство мне скажет, что да, там, мы выделяем средства, делаем освещение. Я его сделаю. А если вы не согласны, если вы должны делать, вы его делаете. Я говорю, мы сделаем. Но это не значит, что мы не сделали, а два в прошлом году. Я не говорю в течение года там. Ну, в течение ближайшего времени. А в гарантии? Месяц, два, три максимум. Алексей, в принципе, понятно. Давайте тогда попробуем найти инициативную группу, собрать. Да, давайте просто соберем, кто у вас будет инициативной группой, кто в дальнейшем, возможно, возглавит, будет председателем. Ну, до председателя тут далеко, а просто те люди, которые бы могли... Да, сначала помочь, надо актив собрать, актив, а потом председателя выбрать. А потом по ходу съезд. Я вам не говорю сейчас про обязательства. Я вам говорю про обслуживание поселка. Это две разные вещи. Обслуживание поселка и обязательства. Две разные вещи. Вы сами. Да, вы сами. А дороги там принадлежат? Дороги принадлежат уже ДНП. Они в ДНП. Вы. Извините. Вот в этом вашем. Да. Потому что это как бы это ваш. Ой, кусок дороги. Вот он поставил. За это должны по срокам электричества здесь строил МАЭС. Не мы его лично строили. Это, ну, как бы, не наше. Вы должны были это контролировать. Контролировали. Ездили, писали письма. Ну, вы знаете, что такое МАЭС? Ну, это не разговор ни о чем. Ну, да, как бы, да. Девушка, давайте будете председателем. Я спрашиваю, я не могу сам сказать, может, дом соглашения или там. Гарантийные письма точно могу сказать, что сделаем. Короче, с нами надо инициативную. Расскажите по шагам, что нам делать? Вот как вы это видите? Если этот поселок он не первый, соответственно, да, у вас уже, так сказать, отработали. Да, мы составляем дефектную ведомость. Да, то есть все собираются зимой. Вот, у нас обычно так и бывает. Знаете, что происходит? Что происходит? Выбирать инициативную группу. Вот сейчас или же как? Ну, желательно сейчас выбрать ее. Вот я не думаю, что это проблема. Я понимаю, но кто-то будет желающий, кто-то не будет желающий. Просто много, если так говорят, много, а когда доходит до дела, то людей нету никого, поверьте. Никто не собирается ездить в Москву много раз, смотреть документы, проверять все.
Надо встречаться здесь. Ну, нету таких многих властей. Я просто сам председатель в РУЗе. Я же веду 2 года в РУЗе. Когда мне точно такие же мандаты. Понимаете? Алексей, товарищи, которые готовы. Мы с вами полностью выполнили предложение. Потому что поселок на данный момент, мы там выбрали в конце мая, ну там 31 мая, мы закончим его обслуживать. И вы должны его начать обслуживать сами. Да при чем тут обязательство, барышня? Обязательство это обязательство, мы их выполним. А обслуживание поселка это совсем другое. Ну вы приедете 30 мая, а охрана не заплачена зарплата. Еще раз, Алексей, откроется. Вы не объясняете, почему это 1 апреля произошло. Вы также могли нам сказать 1 января, мы закончили обслуживание, понимаете? Кто установил? Руководство. А почему вы нас не слушаете в этом случае? Мы приехали к вам пообщаться, поэтому... Ну так мы вам и говорим, что это не... Это не правовая... Еще раз, не правовая форма, еще раз вам говорю. 1 апреля закончено обслуживание. Это будет, скорее всего... Хорошо, мы говорим 1 июля. 1 июня. 1 июля. Вот мы говорим 1 июля. Потому что мы хотим видеть площадку и работы, которые вы должны закончить. Прекращайте, Алексей, ну что, вы всех не слушаете? Ну, если вы сказали уже в апреле, значит, вы уже с вопросом решили. Какой май-то? Ну что, вы видели май, что здесь происходит? Здесь май сейчас поплывет, все, смотрите, снега в этом году. Правильно, им сейчас скинуть проще всего, вот именно сейчас. А я хочу, чтобы все это высохло и подсыпало, понимаете? Отразится уже картошка. В мае здесь будет засада, еще раз я вам говорю. Да, я 9 мая сажала картошку. Девушка, вы в мае здесь ничего не посадите, я вам говорю. Здесь в мае будет воды, вот так. Вот так в этом году будет. В этом году вы не посадите ничего. А в каком? Слушайте, ну не серьезно, ну что вы? Это правильно. Картошку, ну что? Вы с этой картошкой плавать будете вместе. Бред какой-то. Можно выложить в группе эту компанию, да и все. Алексей, нам это не интересно, я думаю, большинство. Ну, хотя за себя. Я понимаю, да. Нет, мы вам не навязываем, говорю, вы сами примите решение, сколько вы будете платить, будете вы платить, не будете платить, будете обслуживать, или каждый сам индивидуально будет обслуживать. Откройте шлагбаум, заколотите дверь, заколотите окна и все. И каждый будет сам мусор вывозить, дорогу себе чистить. Это как бы уже ваше индивидуальное решение. Но нам нужно с вами, да, как бы найти компромисс. Давайте работать. Давайте найдем, Алексей, еще раз говорю. Год снежный в этом году, воды будет много. Поэтому в этом году апрель месяц вообще не рассматривается. Я говорю, у нас будет июнь, будем сохнуть все, я вам говорю. Конец мая, начало июня. Я же вам сказал 5 июнь раз. Месяц, никого здесь не строят, понимаете? 1 июля я не буду обещать. Они уже запланировали апрель месяц. У них уже постановление. Сейчас это он сейчас сказал. У них уже документация вся готова. Вам об этом и говорят. Когда сейчас мы подняли вопрос, он сказал, уже стал, может быть. У них обращаться в Ромейзе. Я думаю, нам все-таки надо группу создать с этими людьми уже на юридическом языке. Есть юристы, да, во-первых. Потому что вот этот разговор, он немножко балаган. Голосом чуть-чуть. Кто еще хочет вместе со мной участвовать? Инициативные группы, давайте, номера участков. Есть юристы, есть юристы. Как, готов? Юристы бы надо. Я буду участвовать. Вообще есть юристы? Настоящие юристы. Дима, давай, записывайся, Дима. Мы тебе доверяем. Юристы есть у меня знакомые, хорошие. Юристов нет, но могу подъезд записывать. Пишем, идем. Забросаем всех сообщений. Вот, экономист. Все. Берут всем, подохнет просто в этих сообщениях. Зачем это нужно? Ну что, люди взрослые. Тут ситуация какая? Мы хотим одно, они хотят немножко другое. Нам надо сделать так, чтобы делалось так, как мы хотим, а не как они. Значит, понятно. У нас давно существует группа, да, ВКонтакте, по-моему, да, где многие вопросы мы уже на протяжении, наверное, последних полугода, а то и больше рассматриваем. Да. Значит, я предлагаю вот то, что сейчас какая-то инициативная группа соберется, это одно. Плюс мы делаем оповещение в группе ВКонтакте, и я думаю, еще добавятся люди. Не вопрос. И мы им тогда делегируем права по общению с Родземом.
Так, пожалуйста, после собрания не расходитесь, я привез папку, чтобы выдать вам тех условия, кому не выданы. На что тех условия? Ну, тех условия, сейчас город Маэск. Разрешите. Пиши Кунгурову. Кто не забрал ушки, кто не хочет ехать в Москву. Чего, ты ушки? Да, да. Ты что, полезно, ты сугроб встал. На счетчике ставили. Алексей, на счетчике готовы? Да, на счетчике. Ну не на счетчике, а то, что... Подключите. Кунгурову сейчас пишет. Да. Как называется? Булгакова. Скажите, пожалуйста, кто сейчас... Булгакова. Вы по-любому можете набрать. Вообще-то Фролова. Нет, номер мобильного. Нет, я думаю, что... 237, 28, 9, 8, 9. Точно, точно. Стас, ты тоже? 6-4. Сам пусть я стану. Давай, в трех местах сразу. Давайте сейчас с этими людьми, которые записались, до сих пор пройдем, посидим и уже конструктивно пообщаемся. Игорь, а ты не хочешь? А мы вам знать не будем. А когда? А я не знаю. А может помочь чем-то рассказать? Тебе. А мы тебя записываем, и все. Мы тебе. Я понимаю. Спасибо. Вообще-то у нас как бы должен инициатива. А мы поможем. Инициатива наказуема. Я помидорами помогу. Что? Да, совершенно верно. Группа Булгакова лайф. Алло, Наташа, ты будешь в инициативной группе? А кто еще у вас участвует в инициативной группе? Если что-то делать... Тебя записывал. Участок у тебя какой? 25-й? Не хотите? Пойду я, пожалуй. Уже есть 7 человек. Вась, давай. Димка, давай. Да, здесь нет, 7, хоть 10, хоть 20. Потом все равно отсеют.